бонжур и милау! Добро пожаловать в наш новый дом! Если вы только переключились, то я Барби Робертс. Я так взволнована, что я не знаю, с чего начать. Давайте вместе поедем в Малибу. Поедем в моей машине. Она большая, все мои друзья поместятся. Коснитесь любой комнаты, чтобы попасть в нее. Добро пожаловать в великолепный Малибу в Калифорнии! У нас есть машина! У нас есть стиль! За мной! Съездим в новое место! Привет, суперзвезда! Давайте танцевать! Барби. Челси. Барби. Хороший выбор. Как будет выглядеть сцена? Создайте собственный уникальный стиль. Варианты фона. Занавес. Освещение. Великолепно! Выберите любимые танцевальные движения. Создайте собственную хореографию. Как дерзко! Готовы танцевать? Задавайте ритм! Вперед! Как будет выглядеть сцена? Создайте собственный уникальный стиль. Грандиозно! Давайте придумаем танец!
только вы и я. Ваша самая первая запись. Давайте прочитаем комментарии, которые вам написали. Что? Новые подписчики? Как весело! Чем больше записей вы разместите в Барби-грамме, тем больше подписчиков наберете. И не волнуйтесь, только друзья из Дома мечты смогут отправлять вам милые сообщения. Не останавливайтесь, занимайтесь творчеством и развлекайтесь в каждом уголке дома. В гостях хорошо, а дома лучше. Вам понравилось в Малибу? Коснитесь любой комнаты, чтобы попасть в нее. Потрясающе! Все свои здесь! Мои друзья, сестры, щенки, Блисса и даже мама с папой! Перетащите персонажа в комнату. Воздушный шарик в виде сердца. Вперед! Коснитесь его, чтобы он лопнул. Ух ты! Замечательно! Вы получите подарок-сюрприз, когда накопите достаточно сердец. А еще воздушные шарики в виде сердца спрятаны по всему дому. Попробуйте их найти. Не забывайте заглядывать в каждый уголок и трогать все, что попадется. Стейси! Что там жужжит? А, это ваш телефон! Новый подарок. Коснитесь подарка, чтобы открыть его. Давайте вместе поедем в Малибу. Поедем в моей машине. Она большая. Все мои друзья поместятся. Коснитесь любой комнаты, чтобы попасть в нее. Барби, Тереза, Челси, Эва.
Это видеопроигрыватель. Вставьте в него диск с фильмом, чтобы посмотреть кино по телевизору. Каждый вечер воскресенья Рене выбирает кино, и мы все собираемся у камина, чтобы его посмотреть. Это превратилось в традицию. Дом полон сюрпризов, но здесь вы увидите лучшие из них. У нас есть, внимание, тайный танцпол! Выручит вас, если вы хотите устроить вечеринку в дождливый день или в любой другой день. Вы сможете найти кнопку, которая его включает. Привет! Я все еще вижу подарок. Вы хотите его получить? Это пианино принадлежит моей семье лет 100. Именно из-за него Скипер так любит музыку. Пора ударить по барабанам так, чтобы стекла задрожали. Мы все умеем играть. Вот только я иногда сбиваюсь с ритма. Повторение – мать учения. Диджей! Рокки! Привет! Я все еще вижу подарок. Вы хотите его получить? А это наш микшер для звуковых эффектов. Поиграйте с ним, увидите, что будет.